Написала мне заявление, я лично с ней разговаривала, что она ни ко мне, ни к нашему роддому претензий не имеет. Такое нехорошее время, что на каждого человека могут найти всю гадость. Я работаю в этом родильном доме 44 года. Через меня прошли очень многие, очень тяжелейшие случаи в этом городе. И слава Богу, на мне нету, как говорится, материнских смертей. И детки тоже выживают. Поэтому мне очень обидно, что мне пришлось написать заявление за свой счет, на увольнение. Написать заявление об увольнении. Все мы такие для забора крови в упаковке. А в этой упаковке, по-моему, находится 8 или 7 систем. Поэтому сказали мне, что вот нужно купить вот это, ну, по одной не продается, продается вот так. Поэтому вот так мы и ей сказали, что нам нужно вот столько денег для того, чтобы восстановить эти системы. К сожалению, многого нету в родильном доме. Но все, что было, мы ей дали даже больше, чем было. Вы понимаете? Поэтому особенно к таким женщинам мы всегда относимся очень бережно и всегда помогаем. Вот только что я спустилась с операции. К сожалению, на этих стрессах сегодня целый день. И прооперировала женщину с сильным кровотечением, которое привезли тоже, находится, стоит на учете в районе области. С сильным кровотечением. И только что оперировала. Тоже ничего у нее не было. Мы все ей дали свое. И в операционной постелили все нитки, которые в настоящее время стоят много денег. Все дали свое и все сделали. Поэтому, и это же не единственный случай. К сожалению, у нас родильный дом по преждевременным родам. И мы оказываем вот эту неблагодарную помощь очень многим женщинам. Много можно говорить. Вы знаете, говорите и вы, как моя мама говорила покойная. Говорите и вы. Больше ничего не хочу говорить. Все.